мы будем задавать тебе какие-то вопросики. И ты, если готов на это, то говоришь «жим», если не готов, «жим-жим». Окей, окей. Все, все довольно просто. Итак, поехали. Отрастить длинные волосы. Жим. Готов, ничего себе. Завести вторую обезьянку. Жим. Ездить летом по Москве только на велике. Жим-жим. Не хочешь, да? Подраться по правилам ММА. Жим. Хотелось бы? Конечно. Ну что ж. Подрался. Сбрить бороду. Жим-жим. А что такое? Я не знаю, она как-то переросла уже. Я понимаю тебя. Забиться полностью татуировками. Жим-жим. И последнее, нырнуть в прорубь зимой. Жим. Было последнее? Конечно.